По традиции, накануне празднования Дня Победы во всех образовательных учреждениях проходят торжественные мероприятия. Праздничную программу подготовили и учащиеся школы номер 5. С каждым годом в школе активнее проводится работа по патриотическому воспитанию детей. 8 мая в историю школы войдет как день создания военно-патриотического клуба. В него входит 25 человек. Это юноши и девушки 8, 9, 10 и 11 классов. В торжественной обстановке курсанты клуба дали клятву быть достойными гражданами своего отечества, быть верными памяти дедов и прадедов. Также будущие защитники Родины продемонстрировали навыки строевой подготовки. Открытие таких клубов в учебных заведениях дает очень много. Во-первых, это дает ребятам подготовку. В ближайшем будущем, когда они пойдут в армию, они будут уже по многим вопросам подготовлены именно для прохождения военной службы. Это воспитание, это дисциплина, это подготовка строевым приемам при прохождении службы непосредственно в армии. «Альтаир» – такое название клубы выбрали на конкурсной основе. Определили устав, строевую песню, атрибутику. У курсантов единая парадная форма. Сшили их на заказ. Теперь работа в патриотическом воспитании детей будет более эффективной, говорят в школе. Своим поведением и поступками курсанты клуба станут примером для младших школьников. Патриотическое воспитание в нашей школе является одним из приоритетных направлений. Мы в этом году, 14 февраля, открыли свой исторический музей. И вот, значит, в планах сегодня мы открываем наш патриотический клуб «Альтаир», целью которого является патриотическое воспитание молодежи. Ребята наши являются активными участниками всех военно-патриотических мероприятий, которые проводятся и в городе, и в школе. На смену нынешним курсантам клуба «Альтаир» растет достойная смена. Сегодня они четко, чеканя шаг, участвуют в школьном смотре строя. Айгуль Мухаметшина, Владимир Прищепа, новости.